Готовлюсь к новому проекту, и у меня сейчас чертеж юбки. Уже практически я набила руку. Он у меня получился очень красивый. Также я перенесла чертеж на кальку. И вот уже готовые мои лекала. Остается теперь заняться тканью. Для юбки я выбрала ткань вот такую. Это твид, 100% полиэстер, очень приятная ткань. Первый раз буду вообще работать с твидом. Знаю, что с ним работать очень сложно. Постараюсь как-то выкрутиться из этой ситуации. Это у него изнаночная сторона. С этой стороны, с лицевой, здесь просто поярче блеск виден. Здесь есть нить типа люрекса. Мне нужно сначала посмотреть на эту ткань, изучить ее, насколько она рыхлая, насколько она сыпучая. Я вижу, что она рыхлая и сыпучая. Вот такая здесь идет бахрома. Ее можно использовать на отделку. Раз это полиэстер, я хочу его не просто продекотировать паром, а хочу намочить и постирать слегка. Для того, чтобы понять, как эта ткань ведет себя при стирке. Подкладочную ткань я еще не выбрала. Пока у меня есть вот такая белая, она в принципе подходит. Очень красиво смотрится. Но, скорее всего, я, наверное, подберу другой подклад. Ткани у меня здесь много. Я планирую еще в будущем шить жакет. И это будет костюм. Пока мне нужно справиться с юбкой. Я думаю, у меня все получится. Пошла стирать ткань.